В Югре с июля по октябрь проходит зоозащитная акция «Не бросай меня на даче». Таким образом, организаторы, это ветеринарная служба и волонтеры, хотят еще раз привлечь внимание жителей округа к проблеме. После того, как закончится лето, в дачных кооперативах остаются брошенные животные. Акцию поддержали во всех муниципальных образованиях округа. Кроме просветительской работы ведется и вакцинация. Ветеринары выезжают в садово-огороднические товарищества и бесплатно делают четвероногим прививки от бешенства. Это окружные мероприятия. Мы работаем очень плотно с филиалом ветеринарного центра. У нас заключены соглашения. Мы участвуем совместно в рейдовых мероприятиях. Пытаемся определить численность животных без владельцев. Ну, а также все мероприятия, которые связаны с домашними животными.